все вы наверняка знаете, что в Крыму происходит веерное отключение электричества. Несмотря на это, Артек работает в штатном режиме. Однако мы, дети, понимаем, что электричество нужно экономить. Ведь многие попросту не могут зарядить телефон, чтобы позвонить близким. Именно поэтому мы решили призвать артековцев к разумному расходованию электричества. Согласны ли вы экономить электричество? Почему бы и нет? Давайте. Ну, да. А я смогу телефон зарядить? Конечно, мы же не выключаем, мы просто экономим. А, ну тогда ладно. Экономить, экономить, экономить!